черный, блестящий и усатый. Это кот по имени Салем. Его видео набирает все большую популярность в соцсетях. Вот этот четвероногий любимец обожает понежиться в ванной, правда, без воды. И вот на этот раз хозяйка решила подшутить над ним, разбросала там блестки. Вот что из этого получилось. Салем. Ну вот пришлось Салему принять настоящую ванну, чтобы отмыться. Маленький, несчастный, испуганный, он недоволен был вот этим мероприятием. Все-таки явно вызывает все это умиление, согласитесь.